Life is My Life. Сегодня мы в Sam's Club. И вот сразу со входа нас встречают телевизоры LG 55 дюймов 4K Ultra HD TV 499 долларов и LG 70 дюймов диагональ 4K Ultra HD 879 долларов. И давайте пойдем посмотрим, какие золото-бриллианты можно купить в Sam's Club. У нас часто спрашивают про украшения, про туалетную воду. И вот как раз эта витрина, она стоит недалеко от входа, прямо напротив входа. Давайте я вам просто покажу, какие украшения есть, какие на них цены. А вы тихонечко можете поставить на паузу и посмотреть. Вы все знаете, что приближается День Святого Валентина. Вот так вот витринку усыпали, ну, как бы розовыми лепесточками. И ювелирный отдел готовится к наплыву покупателей. Давайте пойдем посмотрим, какие можно купить духи. Туалетная вода. Что? И мальчик. Часы. Часы мальчиковые Маришка рекомендует показать. Ну это совсем модные. Нет, модные. Какие? Сверху. Ну, на вкус и цвет, как говорится, кому что нравится, кому-то нравится с камушками, кому-то большие, кому-то, может быть, вот такие простые за 1700 долларов, кому-то нравятся смарт-часы. То есть, видите, за 1700, за 295, за 120, все лежат рядышком на одной полочке и не дерутся, вот даже за 80 есть. Женские комплектики, прямо часики с браслетиками. Это, наверное, прямо с колье, да? Это тоже браслетик. Два браслетика тоненькие. Маришка, короче, сегодня у нас без голоса, поэтому разговаривать совсем не может. Покажи, какая ты больная. Она очень болеет, и, в общем, мы ее лечим. Так, ну вот туалетные воды. Давайте я не буду называть. Это мужские. Ну, это мужские, да. Давайте я просто вот так вот по ним пройдусь. Кто-то увидит какие-то свои названия знакомые. К сожалению, я ничего не могу поделать с тем, что некоторые ценники не видны. Просто у них так расположен свет, что отсвечивает и камера не берет, к сожалению, цвет ценника.
Ну и женские туалетные воды. Просто получается подсветка внутри витрины, перед камерой стекло, свет снаружи, и вот из-за этой игры света немножко ценники отсвечивают, и в камере трудно сфокусироваться. Получается, я могу либо показать предмет, либо ценник, к сожалению. Ну, вот такой небольшой экскурс в подарочные бижутерию. Жемчуг. А, жемчуг? Ну, давай. А жемчуг это не бижутерия? Это черные? Две сережечки, да? Пошли уже тогда сходим в цепочки с ожирениями. Кстати, стоят пробники туалетных вод. Мне вот это колечко нравится. Нет. 169. Это клон какой-то. Да. Клон. Похоже. Ну, похоже. Что меня удивило в Америке, так это то, что очень много ювелирных изделий сделано из стали. Вот это вот мужские браслеты, они сделаны из стали, и достаточно часто к ним добавляют бриллианты или какие-нибудь камушки, и они очень распространены в Америке. Кольца делают стальными, с камнями. Ну, а теперь пойдем, наверное, за продуктами. Наша основная цель – купить чего-нибудь поесть. Кто любит различные цветы и украшения на своем садовом участке, можно купить вот такой вот прикольный стилизованный велосипед и поставить в него вазончики. Можно даже дома, наверное, поставить. Стоит это удовольствие 69,98. Еще покажу, сколько стоят хромбуки, ноутбуки бюджетной ценовой категории. Вот, например, такой HP хромбук 14 дюймов диагональ. Вот его характеристики. Стараюсь, чтобы не отсвечивало. И вот его цена. Вот такой немножко поменьше, 11 дюймов. Его характеристики и его цена. Сегодня неплохой сел на него, $91.
Вот еще один HP. 11 дюймов. Характеристики. И цена. Если вас интересует что-то посерьезнее, с какой-то памятью встроенной, вот будет вот такой вот лаптопчик HP. 15 дюймов. Вот его характеристики. Вот его цена. Ну, опять же, здесь в магазине, в Sam's Club, как и в Costco, на витрине выставляется не все. Основной ассортимент их продукции находится, размещен у них на сайте. И поэтому, ну, здесь как бы можно поориентироваться, посмотреть. Отсвечивает. Так, вот характеристики. А лучше всего зайти на их сайт и посмотреть. И там очень большой ассортимент, можно что-то себе подобрать. Вот еще одна модель HP, 14 дюймов, характеристики, и сегодня тоже неплохой сейл у него, $50. $15.6. $600. Начинаем свои покупки с того, что берем вот такой вот апельсиновый сок. Этот сок с мякотью, средней вязкости, густости, или как это сказать. Вот, короче, стоит галлон $5.06. Вот то, что есть в этом галлоне. Куда двигаем дальше? В общем, сегодня либо мы рано в Костку пришли, либо там ничего готового не было. И поэтому не получилось там перекусить. Но зато, смотрите, вот такой вот, можно сказать, полноценный бургер предлагают на пробу в Sam's Club. Будем пробовать, а что делать? Надо же как-то перекусить немножко. Мы же не просто так в магазин пришли. Слушать бургеры. Маришка тут уже подхватила брокколи. Значит, это 2 ЛБ за 3,32. И что ты еще зацепила, зайка? Морковочку. Морковочка взяна. Пойду посмотрю. 2,49 или 3? Да, и вот такая вот морковочка. 2,48, а я не вижу, сколько она рублей. Сколько мне вес? 5. 5 ЛБ? 2,48, 5 ЛБ. Вот такая вот. Берем киви. Мы берем зеленые, да? Зеленые 3,64, 3 ЛБ. Ну все правильно, она зелененькая стоит. И есть вот еще вот такой голд киви. Он стоит 5,98. Сегодня в разделе сад-огород мы берем вот такие помидорчики. 3,48. Здесь будет у нас 3 паунда. Написано, что на них написано, что это органик. А на коробке написано, почему органик. И перечислены, вот почему они органик. Потому что эти пахнут вкусно. Обалденно просто пахнут. Маришка говорит, что вот эти вот очень вкусно пахнут. Она хочет еще вот такие взять. 3 ЛБ, 4,48. У них запах такой, прямо вот как будто ты рвешь их с куста, прямо с грядки. Ну, помидоров ассортимент очень большой. Есть еще вот такие вот. 5,48 за 2 ЛБ. Есть вот такие вот маленькие 4,98 коробочка. А мы сейчас выбираем огурчики. Это мини-огурчики. Они стоят 3,98 за 2 ЛБ. Вот такие вот маленькие. Они тоже очень похожи на те, которые растут на своем огороде. Но они так не пахнут. Дайте мне вот эти вот нормально нравятся зеленые. Вот эти? Мне не нравится. Давай, этот плохой, да, этот не будет. Ну, в общем, надо перерыть. Надо же выбрать там логику.